68-ю годовщину окончания Второй мировой войны отметили сегодня в Ангарске. Памятные мероприятия проходили на площади возле Музея Победы. Датой окончания самых кровопролитных военных действий в мировой истории считается день подписания акта о капитуляции Японии. Это 2 сентября. В нашем городе в связи с проведением линеек в школах празднование перенесли на среду, 4 сентября. Сегодня в нем приняли участие и школьники, и рядовые горожане, и непосредственные участники боевых действий. В памяти ветеранов до сих пор живы воспоминания о тех событиях. Наше подразделение, в котором я был, это морская пехота. Мы высаживались морским десантом в Северной Корее, порт Сейсин, 11-го, не 8-го, как началось, а 11-го. И вот отсюда началась мой поход в войне против Японии. К сожалению, фронтовиков с каждым годом все меньше. В Ангарске осталось около 300 человек.